Всем привет! У нас сегодня будут булочки от папы и Илюши, да? Илюша тоже старается, делает булочки. Сейчас папа тебе даст. Будешь крутить? Ложи ножичек и тесто ложи. Папа, положи тесто, и папа тебе даст крутить одну штучку, да? Да. Ой, какие будут рулетики маленькие, да? Да, маленький такой. Маленький такой. Папа, ну дай. Как я дам? Вот так. Вот умничка, вот так старается. Сделал? Ребята, вот такие вот у нас булочки. Вкусные, мягкие, ароматные. Сегодня приготовил папа. Там вон еще порция печется, да? Да. А еще? Еще булочку тебе дать? Ой, горячий, Илюш, аккуратно. На, тарелочку. И вот такой вот борщ. Тоже вкусный, ароматный. Постный борщ. Без мяса, без ничего. Но все равно вкусный. Сегодня у нас на кухне папа. Чуть-чуть горячее, пусть остынет, да. И вот такие вот булочки. Давно уже не пек папа у нас булочки. И вот сегодня решил нас порадовать. Булочками и борщом. Да не. Подними самолетик свой, Тём. Ксюше надо достать как-то. Вить, ты не достанешь? Как-нибудь сбить. Может, кирпичом? Ксюша, привет! Привет! Не, это маленькая палка. Да, дерево большое, это маленькое. А сейчас папа палку длинную возьмет в сарае и достанет вам самолетик. Ого, удочка. Раз и все. Может, ты мячик найдешь еще? Да, удочкой пойду. Не, вот там в кустах, где он закинул его. Все, достали самолет. Кидайте аккуратно теперь. Куда? Илюша, не надо, смотри, упадешь. Боня наша. Да, Боня. Боня. Ты певец? Да. Я у тебя, мам. Поесть. Дома. Да.
Не знаю, не смотрела. Дождались немножко тепла, да? Дожди перестали. А когда лето наступит, ты покликала наверх. Когда там наверх идет и после. И когда лето будет, то мы поедем с бабушкой и Катей и с мамой. Мы поедем в парк аттракционов. Там еще есть американские горки. Классно. Что ты там делаешь, Илюш? Копаю. Абрикоски? Ну пойди возьми. Ну иди бери абрикоски. Я тебя подожду. Сейчас они придут. Илюша, туда нельзя бегать. Далеко. Нашел абрикоску? Ну иди закапывай. На улице вроде 20 градусов, но ощущается как 10. Нашел. Классно, давай закапывай. Переверни машинку и вытруси. Да не надо разводиться, да не будет.